The goal was, first of all, to do the CO2 green drive tag that we did with electric cars. And we succeeded in that. And then the goal of presenting now is to explain what the CO2 green drive is all about and what we've been doing going around the world with this project. And now we're finally here in St. Petersburg. Подошел тот момент, когда человечеству нужно задумываться о своей планете, о том, как они дальше будут жить, и развивать экологичное движение, причем различные, как на уровне простых людей, так и на уровне компаний. Мне кажется, именно молодежь заинтересована в большей степени в какой-то экологичности и в развитии вот этой вот зеленой темы у нас в России. Наша зарядка для электромобилей, она единственная в России на солнечных панелях. Так что многие вещи, которые мы сейчас сделали здесь, они были первый раз сделаны в Санкт-Петербурге, и какие-то вещи в России. Будущий год экологии вдохновил нас на проведение данного мероприятия, чтобы начать как раз простраивать план дальнейшего развития как нашего университета в экологическом плане, так и развития всего города. Мы стремимся соединить экологическое образование с инженерным образованием и готовить специалистов, которые создают новые технологии, в то же время сохраняя природную среду обитания человека. Также в рамках Green Day был проведен конкурс экологических проектов, лучшие из которых будут внедрены на кампусе Политехнического университета, и те, которые пройдут успешную проверку и внедрение, будут внедрены в городе. Russia is also going green and going away from fossil fuels and supporting the idea of clean energy. And if Russia does it, the rest of the world has to do it too. Мы очень старались сделать фестиваль по-настоящему интересным. Надеемся, что в следующем году о нем узнают еще больше людей, и еще больше людей перейдут на зеленый.